Всем привет, ребят. Ну что, на немке? Сегодня опять чудеса, помимо того, что здесь классный базар, на котором можно собрать за самоцветы, по сути, без доната плюхи. Также здесь интересно, ну, вот этот вот базарчик, пакеты накопления, довольно-таки неплохие, скины на героев. Итемы, ну, 11к, я, в принципе, думаю, этот пак реально стоит. Помимо этого, здесь сегодня обновились некоторые плюшечки. Вот до сих пор на английском сервере у нас еще не продавали такую вот карту, где есть возможность получить любого героя с этих с донатных. Также здесь есть очень крутой пак вот за 20-ку, ну, то есть это меньше среднего на английском, 6 карт сразу же, то есть не одна, не две, а сразу же 6, и, в принципе, возможность получить. Но опять же, эти карты, они донатные, возможно, когда-то их ведут для бездоната, когда ведут 10-е карты, это не точно. Так, накопления разные, в принципе, довольно-таки неплохо. Поехали на самое интересное, ну, этот календарик я вам уже показывал с утра, то есть плюс мы сейчас заберем. Так, опять у нас места не хватает. Так, стрелок у нас на максималке, вала-вала тоже. Надо по чуть-чуть начинать прокачивать героев. Все, место освободили. Ну вот за 1100 самов я получил дополнительно еще мешочек зефира, то есть дополнительная возможность, я говорю, зефира огника. Зефир... зефира здесь можно получить с найма. Такс, поехали, я вам покажу самое интересное, что сегодня есть, и пооткрываем плюшечки. Открылся остров. Опять же, остров, где дают два осколка. Если сравнивать с английским сервером, да, с другим, я вам просто сейчас зайду сюда, покажу, какие плюхи, чтобы вы видели разницу. Где идеальный остров? Вот, посмотрите награды. 10, 5, 2, 5, 2, 1, зефир 8, 3. Остальные плюхи, вот, один сундучок, 100 камешков, ну и новые итемы. Такого вот плана, в принципе, довольно-таки неплохо, и два осколка. Теперь заходим в так, два был один, по моему если я не ошибаюсь, да, был же один, уже два сделали. Теперь заходим обратно на немку, смотрите внимательно сюда. 40. Ну, давайте так по порядку. 20, 15 и 1. Ну, конечно, итемов в два раза больше. Лисички немного. Барт, Мэри по одному. Зефир. Дуэлянт есть. В принципе, неплохо. Карта сменки. 1600 камней есть. 100 камней есть. Ну, обратите внимание на сундуки. По 40 сундуков. Ну, это реально круто. Вот где остров сделан для людей. Так, 10-е, это у нас здесь, по-моему, Винваш собирается и Суперсила. Плюс у меня есть вот, пожалуйста, пыльца, которая здесь дается, по сути, бесплатно с акцией. И ее дофигища. Нифига себе. Осколок Мэри. Плюс 1. 50. И 1600 камней. Ну как вам такое? Вот реально, реально кайф. 1600 камней, по сути, на халяву. Вот, пожалуйста, плюхи мы забрали. Поехали сейчас пооткрываем. И возможность собрать топовые сундуки тоже есть. Что радует. Так, это эмблема. Посмотрите, сколько здесь всего. Что эмблемы? Давайте откроем. Вот, у меня есть мешок зефира, даже два штучки. Нифига себе, где-то я их надыбал, что-то я не помню. Поехали.
Поехали, поехали, пооткрываем. Ну, плюх реально дофигище просто. Просто дофигище. Это бездонатный аккаунт, на котором я, по сути, не сижу. Так, чик. Один осколок, понятно. Давайте. Два осколка. Ну, хоть какая-то вот еще один. Плюс три осколка зефира. Сейчас посмотрим, что там у меня по героям, потому что я не коплю здесь ни самоцветы. Можно, в принципе, быстрее собрать. Ребята без доната уже давным-давно здесь пособирали. Кто играет там за пару месяцев без проблем. Огников и некоторые зефиров пособирали. Вот, пожалуйста, плюшечки. Я, насколько помню, это мы, по-моему, с хватайки доставали. Так, отлично. Надо это тоже пооткрывать. Так, 6 мы оставим, пусть себе валяется в сундуках. Все, дальше мы открывать ничего не можем, потому что у нас дофигища скинов. Так, улучшаем. Хотя бы сейчас у нас силушка вырастет. Акции, кстати, Little Help нету нигде. Не добавили, только на английском серваке. Так вот. На остальных просто забили. Ну вот даже так вот, посмотрите, для бездоната, насколько проще. Сколько мы здесь разных плюх получаем каждый раз. И топовые итемы. Так, с чем у меня тут по эмблемам делается? Я уже давненько не смотрел. Девятка у меня одна. Ну, конечно, с АЭСом это не сравнить, но я считаю, для бездоната, на котором вообще не играешь, этих плюх вполне чем достаточно. Такс. Такс. У нас остались КГшечки. Мы посмотрим, талантики немножко подролим. Так, стрелок. Да, тут с талантами у нас реально беда на этом аккаунте. Ну как, относительно беда. Вот фобушка, которого вытащили недавно, тыковка. И футик. Смотрите, сразу же живо. Дальше пошел у нас гарнизон. Так, что у меня тут еще есть по героям розовых? Просто жесть. Розу здесь собрать это не проблема. Поехали, я хотел посмотреть. По осколкам, что у меня делается на аккаунте. Но, блин, ты реально круто. Немка мне очень нравится в плане, если качать бездонатный аккаунт. 17 Мэри, 17 Родриго. 60 фобушки, 50 этой. Фоба у нас уже есть 32 зефира. Ну, довольно-таки неплохо. Так, а что у нас там с огником? 31 осколок. Причем это все я сумками собираю. То есть это все собрано за счет сумок. То с пирата, то еще откуда-то. Ну, реально плюс. Так, у нас проблема. Нам надо хоть немножко начать фармить. Ну, у меня нет времени, я не успеваю фармить эти шары. Кучу топовых там, конечно, плюх дают для бездоната, но это надо сесть и, знаете, сделать хоть один аккаунт без доната, то ли на русском, то ли здесь. На русском это хардкор, здесь, конечно, плюх дофигища, здесь прокачка без доната намного интереснее, нежели на русском. На русском это чисто так, X1, здесь X10 по ускорению. Так, мы получили плюхи за ежедневку. Да, за ежедневочку наши плюшки. Куча книг, куча всего, только нет времени это все качать. Так, это нам нафиг не надо. Стойкость. Вот единственное, кого бы мне сюда хотелось, вот на этом аккаунте еще нету Фрейя. На других аккаунтах уже есть, а здесь пока ее нету.
Да, с талантами тут беда. Ну, ребята говорят, что здесь очень плохо падают герои. То есть очень сложно вытащить нужного героя. Так. Там у нас со скином на прокачку пойдет. Но зато здесь нету проблем с итемами. Здесь реально для прокачки героев дают дофигища просто халявных плюх. Для архидемона, по-моему, у меня здесь все уже собраны. Бессмысленная тема. В общем, ладно, буду потом расставлять, определюсь дальше, что делать с этими аккаунтами. Пишите комменты, ставьте лайки. Надеюсь, вам точно так же везет на немецком сервере, потому что здесь просто реально кайф для игры без донатов. Всем удачи, всем пока.